Если мы шмики, мы продолжаем проходить игру по названию Fallen Angel, либо Падший Ангел. Короче, мы на песках древних. Ну, здесь пока что обычные враги. Пойдем, как обычно, у стеночки. Чтобы не привлекать лишнее внимание. Так, нужно бы... Оу, найс. Выберите улучшение. Ого, сразу 5 дают. Выберите улучшение. Восстановление здоровья. Ускоряет восстановление здоровья. Это хорошая вещь. Дополнительная полоса здоровья. Это еще лучше. Снижает расход выносливости. 50% сокращения расхода выносливости на все умения. Ну, это такой. Так, восстановление выносливости. Ускоряет выносливость. Не. Адское время. При идеальном уклонении от вражеских атак. Под... Времени замедляется. Это бы интересно попробовать, но я пока что беру живучесть. Потому что на самом деле... Ой, он умер. Так, сколько у меня этих... денег? Так, короче, я через хилку пошел. Вот здесь в хилке. А, так у меня уже все способности открыты. Неплохо. Не, я могу, конечно, пойти. А у меня вариантов, да, нету. Ну ладно, погнали пирамиду. Ну смотрите, у нас... Так, лабиринты у нас. Так, это что за хуйта? О, нихера. А можно я с ними не буду драться? Спасибо. Хорошо. Тихо. Ты заебал убегать, мужик. Да он надоел убегать. Так, я понял. Ну, враг не может атаковать, когда он в стане. Я не знаю, что это и знать не хочу. Блять, а я забыл, что мне нужно создать. Подожди. Мусор щупальцами. Так, треугольник, а там кружочки. Треугольнички, да? А, так оно уж показывает. Все, тогда нормально. Вау. Wow.
что-то новенькое. Готово. Но эти твари бессмертные. И они видят меня. Они, видите, они смотрят через текстуры, где я. О! Зримая тьма. Так. Огонь очередями при большой скорострельности. Расход один припас на выстрел. Ноль. Снять. Ага. Так, за деньгами. То, что это хилки. Хилки бесконечные. Это плюс. Так, возвращаемся назад, потому что я сохранился. В основном нужно монстра батить на то, чтобы он меня укусил, а не перданул. То, что он потом стоит и грызет. Хотя, когда он стреляет, он тоже что-то грызет. Ага. Я добил. Ну да, ускорение нужно будет следующее взять. Хотя при уклонении атаки замедляется время. И что мне это даст? Хотя лучше время, да? Потом все равно при... О, наконец-то пролагало. Нет! А! Так, там кто-то ходит. Ага, спасибо. Смотрите, у него глаз лопнул. Как знаете, шарик от шампанского лопается. Такой еще эхо-звук. Вау-вау-вау-вау. Лагает, что это было? Какой-то робот пролетел. Ну, окей, сюда идти не надо было. Ну что-то летающее будет здесь, по-любому. Почему? Почему? Почему, блядь? Подожди. Я спешить просто сильно не хочу. Ебать. Идите в очко. Я так лучше поднимусь. Ишь ты, какие умные. Все, этот на меня уже не нападет. И этот не нападет. То, что они за текстурами. Окей. О,
Тут арена большая, круглая. Вау, 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 тихо, тихо. И лагает. Я нихуя не вижу, сука. Я нихуя не вижу, блядь. Нихуя шар, я, блядь, нихуя не вижу, куда он летит, оно лагает еще. Понимаете? О, они даже до меня не касаются. Ока престола мне дали. Дело... Что оно так лагает? Почему? Из-за чего ты так лагаешь, блядь? Так, стреляет самонаводящими снарядами. Вот это надо. Прикольно. Ну и где? А, я понял. Ладно, пускай будет. Но я зайду, чтобы найти нормальное с этим действует. Ага. Охуенно. Очередной босс. Азриал. Блудный сын вернулся наконец. Я следил за тобой на все протяжении твоего пути. Отчимы видят далеко. Блудный сын, я бы не стал так говорить. Приятно видеть, Азриал, что ты все еще тут. Что ты все тут же листец. Если ты видел, как я иду сюда, то знаешь, я пришел за тем, чтобы тебя убить. Долго и пристально взглядывался я во мрак. Даже твой ад не сравнится с теми ужасами, что сотворил наш отец. Хули ты лагаешь, сука? Ты тварина ебаная. Не лагай, тварь. Ой-ой-ой. Схуя ли такое жопа происходит? Можно не полностью мне сожрать? О, что за бескрайнее невежество. Наслаждайся своей гордыней и отчаянием. Если бы не я, живым никуда бы не уйти. А мертвым негде остаться. Да-да-да, смерть. Умирай. Изи, изи. Вот. Изи способности. Ого, он мне дал еще свою способность.
Походу. Отмена. Божественный дар Азриал. Самонаводящие щупальца, которые хватают ближайших противников и потаскивают их к вам. А это хуево. Типа два босса сразу. Ладно, давайте на этом закончим. Тогда в следующей серии я схожу на правую сторону. Хотя нахера, давайте сразу в этой серии сходим на правую. Потом сюда вернемся. Почему здесь столько пропускаю всего? Лабиринт, поехали. Как раз сейчас... С другой стороны, я могу ставить печать теперь и просто притягивать врагов. Что это было? Нихера не понял, ну ладно. Да, смотрите, здесь тоже есть проход. Ну просто понимаешь, что там будет что-то типа того. Vista of the Saint. Ладно, давайте на этом мы с вами закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.